Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот рыбка вся покормлена, сыта. Хотел, конечно же, снять обзорчик, как я кормлю рыбу на сегодняшний день, но покормил, тогда уже вспомнил. Итак, начинаем немножечко работать, так как проклюнулись мальки анциструса. Здесь проклюнулся, вверху два проклюнулись, и, по-моему, вроде бы больше нигде нету, но надо будет, конечно же, просмотреть это все дело. Также неончик. Здесь личиночка проклюнулась, и надо ее вылить вот сюда, к остальным. А ее здесь много-много, и это хорошо. Также все малечки покормлены, сыты. Вот этот неон даже начал выплывать. Вот видите, какое количество. Это первый. Прошло не так уж и много времени, но немножко его есть. Здесь второй еще побольше, а третий там так совсем, личинки так нормальненько. Гурамычи, как всегда, не нерестятся, и петушки. Была пена, здесь много пены, ничего не осталось, икринки я не наблюдаю, или они ее съели, но так уж и быть. Дамбу также, ничего нету. Было гнездо, была всякая штука, но ничего нету. Здесь отнерестились, и не знаю, на дне была икринка, конечно же, но самец ее или скушал, или в гнездо занес, я даже не знаю. Ну и приступаем немножечко работать, так как работы не особо много, но надо что-то делать. С вами Александр, и всем, конечно же, приятного просмотра. Вот и урожайчик анциструсов собран. Убрал отсюда малька, и убрал отсюда и отсюда. Малька не особо много, пары молодые, вот эта пара молодая, здесь немножко личиночки анциструса. И здесь вот тоже от молодой пары немножечко совсем личинок. Здесь и здесь. Эта личинка уже чутка побольше, их здесь есть, но они черные. Остальные желтые и желто-черные. Вот у этого самца вверху желто-черный, здесь чисто черный. Ну и это чисто желтый. Так и есть малечек желтенький весь. Прошвырнулся по всем своим домикам, и икринку наблюдаю я только, ребят, у вот этой пары. Вот эта пара внизу дала икринки, но там икры настолько много, что вот эта вот вся личиночка не сравняется. Здесь икры намного побольше. Три пары и одна пара, вот примерно личинки будет поровну. Ну и вот такой вот урожайчик маленький собрал. Икра еще есть. Будем наблюдать, как она будет там развиваться и все остальное. Также немножко губки промываю и вот так вот что-то делаю. Вот этот вот, вот эта вся личинка уезжает сюда, скорее всего, к барбусне. Но я не уверен, так как барбусы будут немножечко ее тревожить. Возможно. Но это шуберт. Возможно, нет, возможно, и да. Потому что здесь уже есть личиночка. Точнее, не личинка, а уже малек, который питается. Но будем высаживать вот сюда. Здесь стурисома. Стурисома растет, кушает, питается, и все у нее хорошо. И это меня очень-очень радует. Вот кабачок дал свое. Купил еще один кабачок, но забыл дома. Сегодня, ну, конечно же, привезем это все дело завтра и будем дальше кормить. Так как очень хорошенькие результаты. И погнали убирать личинку неона к остальной. Вот и личинка неона, вот уже вся в своем домике. Вот здесь ее полным-полным-полно, ребят. Большое количество, но только заброшу уже катушек, когда она, в принципе, поплывет. Это будет сегодня вечером, завтра. Уже некоторые пытаются, но еще, конечно же, маловато. Но это будет завтра. Завтра надо будет забросить сюда катушек чем побольше. И вот так вот присмотрелся сюда, а здесь у гурамычей пены
капец много, но что-то нерестов не происходит. Не могу понять, почему. Ну и непредвиденные обстоятельства принуждают меня уезжать. А еще планов было делать работы, ох, как много. Этот малек убрать, здесь отнерестились, то есть отражались. Вот видите, самки меченосца все отражались, Малинезия осталась. И здесь вот это вот тигровая отражала, но убежала, так сказать. И надо будет ее сейчас сюда забросить, покормить рыбку и срочным образом уезжать. Вот такой вот коротенький день на моей маленькой аквариумной ферме. С вами был Александр. Всем приятного дня, хорошего настроения и до завтра.